Всем здорово, ребята, и сегодня утром Majestic нас порадовал и завез новый гелик 4x4 и новые вещи Big Baby Tape. В общем, сегодня будет полный обзор обновления нашего нового гелика, тюнинг, замеры и вся подробная информация. Поэтому я каждому, ребят, желаю приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go! Ну и как всегда, абсолютно в каждом видеоролике я разыграю по 2000 Majestic коинов на любом из серверов. Для участия вы должны подписаться на канал, поставить лайк под этим видеороликом, написать статик и сервер, на котором вы играете, но также вступите в мой дискорд канал. Там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Ну а если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Москвин, он тебе даст 50 тысяч баксов и 7 дней платинум VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо-москвин. Но я буду начинать, let's go! Ну что, ребят, начнем, конечно же, по порядку с самого начала. И первое, что нам добавили уже сегодня утром, так это новые вещи и аксессуары от Big Baby Tape. Я думаю, все вы знаете то, что сейчас у него вышел трек с Majestic, и скорее всего будет новый сервер именно Tape. Поэтому нам завезли вот такие вот прикольные вещи. Давайте я вам продемонстрирую. Это такие вот два худака, которые продаются, конечно же, отдельно. Это с капюшоном и без. Давайте померим без капюшона. Выглядит достаточно прикольно. Это Бензо. Это нашинская тема. Так, давайте теперь с капюшоном. Тоже довольно-таки прикольно выглядит, вы можете на любой вкус купить, это две разные вещи, это не один предмет. И стоят они одинаково, 3000 Majestic коинов за такой вот худак. И вы уже сможете его приобрести в этом 15 магазине одежды, в котором я, собственно, и нахожусь. Ну а также нам добавили вот такую цепочку Бенза, которая стоит 4444 Majestic коинов, очень прикольно выглядит. Давайте я надену, наверное, другую какую-то там кофточку, и вы посмотрите наглядно, как она выглядит. Очень прикольно, на самом-то деле, она чисто как цепь идет. То есть у вас всякие аксессуары, кобуры и так далее, наушники не слетают, поэтому вы спокойно можете ее носить. Лично я уже себе ее приобрел, выглядит максимально прикольно. В целом по вещам это все, поэтому давайте переходить, конечно же, к нашей новой машине. Это именно гелик 4x4. Ну а сам, собственно, гелик 4x4 можно теперь выбить только с премиум автомобильного кейса. Это новая тачка, которая считается просто лютым эксклюзивом. Ведь, как видите, она подсвечена зеленым цветом. Поэтому в автосалоне и где-либо еще вы ее купить, к сожалению, не сможете, только выбить. Лично у меня уже этот гелик есть, поэтому давайте посмотрим, сколько стоит свалка на данную тачку. Так, 7,5 миллионов. Это значит то, что ее цена самая минимальная в 10 миллионов. Я, конечно, не думаю, что кто-то будет собираться сливать этот гелик на свалку, потому что, как минимум, он пользуется невероятным сейчас спросом. Выглядит максимально круто, если сейчас мы наденем в него вес, и что, конечно, мы сейчас будем и делать, тюнинговать и, конечно же, тестить. И погнали, конечно же, в наш тюнинг-салон. Ну, а также забыл сказать то, что вместимость багажника у данного гелика целых 170 килограмм, что, ну, в целом-то неплохо. Также в разделе весов у нас присутствует один обвес, который сейчас продается с 50% скидкой, то есть 2500 Majestic коинов. Конечно же, давайте его поставим. Выглядит он довольно-таки прикольно. У нас вот есть вот такая вот крыша. Сзади вот, что у нас? 4x4. Вот это все у нас покрывает наше колесо заднее. Добавляется вот эта вот рамка. Я не знаю, как она правильно называется. В общем-то, сильно не судите строго. И я думаю, то, что на этот гелик смотреть, я думаю, нужно в тюнинге. Поэтому давайте, конечно же, поставим данный обвес и перейдем, конечно же, к дальнейшим тюнингам. Но если вы не хотите тратиться уже на готовый обвес, то в разделе сталинг вы можете поставить элементы AMG веса, как вам это угодно. Тут есть передний бампер, задний, пороги и так далее, и стоит это всего лишь по 30 тысяч вертов, поэтому спокойно ставите, кайфуйте, и у вас просто красивая невероятная тачка в AMG обвесах. Также теперь давайте попробуем зафетешить данную тачку и посмотреть, сколько стоит полный тюнинг. Двигатель у нас получается 1 200 000. Давайте сразу же, конечно же, будем ставить. Тормоза у нас 450 тысяч вертов. Дальше у нас коробка передач, это тоже 450 тысяч вертов. Также что у нас? Подвесочка 600 тысяч вертов. И последнее, что нам осталось, это турбонаддув. 1 050 000. В целом, довольно-таки доступные цены. К тому же, это, важно понимать, эксклюзивная тачка, поэтому на нее в целом-то и не жалко профетешить и потратить наши деньги. Также я сделал вот такой вот цвет моему гелику. Выглядит максимально очень круто. Я думаю, многим из вас тоже понравилось. Поэтому давайте я вам покажу палитру цветов. В основном цвет кузова вы ставите, получается, вот этот вот зеленый цвет. Вы его видите сейчас на экране. А потом вы ставите, получается, перламутровый оттенок кузова.
розово, вот этот вот оранжевый, левее чуть вот этого вот зеленого, поэтому вот его ставите, 72 тысячи баксов тратите, и у вас получается просто невероятно красивый гелик. Что касаемо винилов, то, к сожалению, они тут отсутствуют, поэтому в целом больше никаких изменений мы гелику придать не можем, и я предлагаю отправляться уже на тест, посмотреть, как эта машина едет в стоке, так и, конечно же, в тюнинге. Ну и первым делом, конечно же, затестим нашу тачку в стоковом виде, поэтому нажимаем наш газ, слева вы видите всю информацию, это у нас драги, от 0 до сотки это 2.96, довольно-таки хороший результат, в целом-то из-за того, что машина полностью в стоковом виде, от 0 до 60 это 1.55, что касаемо управляемости, ну прямо, ну в целом-то хорошо, я бы даже сказал, его даже чересчур как будто бы заносит, когда вы начинаете вот так вот вилять, но это если брать какую-то большую скорость, но это нам сильно не важно, потому что в любом случае машина будет тюниться, и там уже надо именно смотреть на характеристики и в целом управляемость, когда машина уже в полном тюнинге. Ну а максимальная скорость у нас в стоке, как я понял, это 266 км в час. Довольно-таки неплохо, поэтому давайте не будем сильно зацикливаться и смотреть нашу тачку в полном тюнинге. А вот сейчас будет очень интересно, поэтому нажимаем газ, полетели. Очень интересно, сколько эта машина поедет. 2.50 поехала от 0 до 100, от 0 до 60 это 1.40. В целом-то довольно-таки хороший результат. Я думал, конечно же, она будет побыстрее, но важно понимать, что это гелик, тем более 4 на 4, и тут о каких-то там больших скоростях речи как бы идти не может. Но, как я понял, максимальная скорость в полном тюнинге это 301 км в час только. Я не понимаю, почему она сейчас не разгоняется. А, нет, поехала, уже 298. Ну тут, блин, повороты, и она не может полностью разогнаться. И, ну, я вам чисто заявляю то, что максимальная скорость в полном тюнинге это 301 км в час. Что касаемо управляемости, машина довольно-таки хорошо себя ведет. Ну, как видите, даже на поворотах, вот просто чисто на трассе, она невероятно круто себя показывает. Ну, типа, очень хорошая, ну, управляемость, настройка машины, прям, ну, 100% респект. Но тут важно понимать, что это полный эксклюзив, и тут просто нужно кайфовать именно от самой тачки. Гелик 4 на 4, эксклюзивный, который выбивается, повторюсь, с кейса. И это чисто такой, знаете, понт, так скажем. Ну, или чисто иметь себе вот этот вот гелик у себя в автопарке и реально от него кайфовать. Да и в целом-то и ездить на нем можно, просто, ну, представьте, у вас новый гелик, 170 килограмм, можно выполнять контракты, можно выполнять абсолютно все, что вы хотите, и заниматься тем, чем вы хотите. Короче, ладно, я уже несу какой-то полный бред. В общем-то, машина довольно-таки реально крутая. Напишите свое мнение в комментариях. Лично мне понравилось. Благодаря своим обвесам, эксклюзивностью. Да и, к сожалению, у нас не так часто выходят машины. Поэтому для меня любая тачка, которая выходит на Majestic, это прям, ну, реально подарок судьбы. Вот. Ну, повторюсь, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой тачки. Но я буду потихонечку уже заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Но под конец видеоролика я подвожу итоги на 2000 Majestic коинов, которые я разыгрываю абсолютно в каждом своем видеоролике. Ну а для того, чтобы забрать этот приз, напиши мне его ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Ну а я в свою очередь буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про розыгрыши, обязательно лайк, подписка и комментарий. Ну а с вами был Москвин, всем добра и позитива, всем удачи и пока!